Настало время ярких побед. Второй соревновательный день на вторых европейских играх. Мы сразу же перемещаемся на спортивные арены. Буквально несколько минут назад Дмитрий Шершень уступил в четвертьфинале соревнований дзюдоистов, но еще поборется за бронзу в весовой категории до 66 килограммов в утешительном турнире. Первый соперник – молдаванин Денис Виеру. Тем временем на Чижовской арене продолжает работать наша съемочная группа и спортивный обозреватель Андрей Козлов. Андрей, слово тебе. Студия рад вас снова приветствовать с Чижовка арены, на которой проходят соревнования по дзюдо в рамках вторых европейских игр. Мы уже в ожидании финального этапа у мужчин и женщин, который пройдет в 17 часов. Но сейчас рядом со мной Никита Свирид, член национальной сборной и чемпион Кубка мира. Никита, во-первых, ожидания от всего турнира, который вот сейчас проходит в Минске. Для нас это очень сильный турнир, это как чемпионат Европы проводится. Приехали сильнейшие составы со всей Европы, очень много титулованных спортсменов, и турнир выдался действительно очень сложным, но мы будем готовиться и выступать уже завтра и послезавтра. Это максимальный статус участников, который мог выступить здесь у нас в Минске? Да, это максимальный. Отбор был топ-40 спортсменов с мирового рейтинга сюда. Сюда не все могли попасть. Топ-40 спортсменов с мирового рейтинга. И самые сильнейшие команды Европы представлены здесь у нас в Минске. Никита, удачи тебе и всей сборной. А я пока передаю слово нашей студии на «Динамо». Андрей, спасибо. Ждем хороших новостей от дзюдоистов.